я зайду позже. Приветствую тебя. Похоже, ты умеешь обращаться с удочкой. Удивительно, что в таком месте нужна помощь с рыбалкой. Да, раньше рыба здесь сама в руки шла. Мы ели досыта и думали, что так будет всегда. Мы ошибались. Принеси мне рыбы из тех мест, куда мы не смеем ходить. Получишь награду. Я кое-что принес. Еще что-нибудь нужно? Я еще вернусь к тебе. Погоди немного. Мне нужно закончить работу. Уходи отсюда. Знаю, ты страдаешь. Что-то надоели мне мед, Дэн. Иди сюда, выпей со мной, если не трусишь. Эту мерзость и свиньям не скормишь. Какой ужас. Но мне сказали, что... Знаю, вы страдаете, мали духа, уходи. Мои слова не в силах это исправить, но... Скоро я узнаю, есть ли у Сурда сердце. Он ведь согласится обменять Бальдра на свою дочь. У плавильни должны быть дверги. Может, они помогут мне найти принцессу.
быстро! Могучие воины. Когда-нибудь я к ним присоединюсь, и мы освободим Свардальфокейн. Набег!
сюда, на помощь! У тебя все в порядке? Ах, кто бы мне сказал, Хави? Ты знаешь, кто я? Конечно, но у меня нет с тобой вражды. А даже если бы была, мне не до того. Мне нужно попасть в убежище Двергов. Ты что, ищешь смерти? Нет, но если с любимым иначе не воссоединиться, я готова рискнуть. Йотун угодил в плен к Двергам? Нет, мой любимый Дверг. С вас. Знаю, это странно, но мне кажется, и он меня любит. Сейчас в мире творится какое-то безумие. Оттого еще важнее держаться за тех, кого любишь. Может, ты мне поможешь? Я лишь хочу поговорить с ним и узнать, взаимны ли мои чувства. Ладно. Но Дверги Йотунши не обрадуются. Ты умеешь менять обличие? Ну как? Но почему именно волк, а? Что, прости? Ничего. Держись рядом. И никого не ешь. Вообще-то я не животное. Так, и что теперь? Пока не знаю. Молчи, а то выдашь нас. Ты знаешь? Пока не знаю. Молчи, а то выдашь нас. Ты знаешь, где найти этого твоего Дверга? Я чую его запах. Тогда веди, но держись рядом. А, хорошая девочка. Эй, ну-ка стой! Ты куда с такой зверюгой идешь? Она же нас сожрет! Это моя волчица. Она безобидна. Твоя волчица? А говорят, из-за тебя в Асгарде не осталось волков. Не верь всему, что говорят. А теперь пропусти нас. Куда это она собралась? Сейчас узнаю. Васкар, ты с ума сошла? Знаешь, что с тобой сделают, если найдут? Я не могла больше ждать. К тому же мне помогли. Вижу. Спасибо, Хави. Да не за что. Чего только не сделаешь ради любви. Скажи, мои чувства, они взаимны? Еще как. Ты же чудо. Ради меня ты готова рискнуть жизнью. Без раздумий. Волки! Волки! Надо помочь. Скорей, Хави!
найдет он убежище! Жаждет смерти. Не выдавать себя. Уже дважды ты рискнула жизнью ради любви. Йотунша! Это она привела к нам волков! Йотуны — наши смертные враги! Тихо! Простофили! Неужели ваши предрассудки и впрямь ослепили вас? Вы же видели? Васкр бросилась к вам на помощь! Без раздумий! Примите ее, или мы уйдем. Ты серьезно? Да. Если упущу тебя, буду настоящим глупцом. Значит, мое дело сделано. Удачи вам двоим. И всем вам. Стены здесь дрожали от грохота молотов. Это место великих трудов. Дунгнир, дар Локи, владыки Асгарда, был сделан из солнечного света и крепчайшего металла. Руны на наконечнике копья направляли его. Гунгнир всегда била точно в цель. Так Локи добыл 3 подарка, чтобы получить прощение асов. Волосы Сив, Гунгнир и Скидбладнир. Но хитрый замысел зрел в его сердце. 3 даров было мало.
Что? Расправь крылья, Сёнин. Пока парус не поднять. Я сам не справлюсь. Вижу добычу. Помоги мне, скорей! Сюда!
тебя ждет Хель! Помоги мне! Помогите!
Краун Огри! Надо без паруса. Парус! Ветер! Прибавить парус! Тихо! Мимо, ты, мешок кипящего дерьма! Развяжите меня, я все забуду. Если я приду в ярость, вам не понравится. Ну и длинный же у него язык. Жаль, если кто-нибудь проткнет его стрелой. К счастью для тебя, стреляли они скверно. А дрались еще хуже. Повезло мне, Хави, что ты, в отличие от них, клинком владеешь мастерски.
хочу отблагодарить тебя за доброту, но эти подонки сожгли мое добро. Загляни ко мне, как будешь в убежище Йордейк. Если окажусь там, то загляну. А если ищешь достойного противника, то их главарь где-то неподалеку. Сделай доброе дело, прикончи эту тварь. Турсы говорили о двух золотых скалах на востоке. Думаю, надо искать меж этих скал. Меж двух золотых скал на востоке? Занятно. Ага. А как найдешь главаря, передавай привет. Передашь и голову долой с плеч. А вообще, ищи меня в убежище Йордейк. Не обещаю, что буду трезв, но точно буду тебе рад. Сказка. Кажется, я знаю, куда идти. Что-то чувствую. В воздухе витает зло. Слаблю проклятие на лицейке Хреймара.
пошел.
Хави! Сюда! Ты Кара, верно? Значит, ты все-таки помнишь. С чего бы мне не помнить своих валькирий? Прошло много веков с тех пор, как Один, сын Бора, отец Тора, вспоминал о своем долге. Говорят, теперь он все больше печется о будущем, хочет сбежать от судьбы. Прикуси-ка язык. Как прикажешь, мой повелитель. Теперь о твоих трудах. Это поле битвы приносит плоды? Меньше, чем хотелось бы. Многие погибли, но не как герои. А те, что выжили, хвастают ранами на спине, а не на груди. И какая мне от них польза, когда наступит Рагнарёк? Тебе нечего бояться. Я подготовлю их к решающей битве. Может, я смогу помочь? Как? Пусть моя доблесть в бою станет для них примером. Хочешь поведать им о былых подвигах? Ха. Даже мы, валькирии, больше не верим в эти сказки. Так построй арену, где я, Хави, владыка Асгарда, покровитель всех героев, воссоздам свои самые славные деяния. Как все было на самом деле. Ну, по крайней мере, будет весело. Что ж, владыка Бахвалов, арена ждет! Напомни мне, что здесь делают? На этой арене ты можешь поведать о своих подвигах и сразиться со старыми врагами, чтобы вдохновить Эйнхериев перед Рагнарёком. И, конечно, просто чтобы позабавить меня. Покажи мне, что я получу в награду. А, это закалено в боях. У тебя все равно не хватит денег. Прощай, владыка Асгарда.
Не надо. Не надо. Чувствую. Ничего. Пустите. Не хочу. Эй, что? Прикончил. И все. Вы же учили Глиму. Лен, ты раз вынес это. Спасибо. Не знаю, что бы делал, если бы не... Береги силы. Все позади. Грейся теперь. Мне надо вернуться в убежище, Йордейк. Найди меня там. Я тебя благодарю, как подобает. Знаешь, тут... Тут есть еще турцы. Ох, охотятся на двергов, думаю. У них есть логово, они говорили о нем. Не думали, что я их услышу. Они ж что-то замышляют. А что не разобрал? Это к югу от Мьёльнир-Смиды, у поворота дороги. Останови их. Не смей указывать мне, что делать. Впрочем, я поищу их логово. Ты дальше справишься? Прости меня. Да, да, справлюсь. Надеюсь, увидимся в убежище. Ah!
место великой силы. Здесь был выкован молот мощнее всех молотов всех миров. Первые два дара Брока и Синдри уже затмили труды сынов Ривальди. Третий должен был стать еще лучше. Мьёльнир. Гибель Турсов. Молот, что разрушал бы горы, оброшенный всегда попадал в цель и сам возвращался в руки хозяина. Дверги в третий раз раздули горы. Чтобы снова все вышло, как задумано, им требовался правильный. И снова Локи стал слепнем. До того жаждал он неудачи Брока, что ужалил Дверга в глаз так, как не жалил прежде ни один слепень. И теперь не оплошал. У молота был изъян. Рукоять чуть коротка. И все же мы сочли творения Синдри и Брока лучшими. Локи проиграл и проспорил голову. Мало кто стал бы оплакивать Локи. Но, конечно, этот плут нашел способ не сдержать слова. Впрочем, это уже другая история.